Олександр Авербух – лікар-нарколог, директор Інституту медико-біологічних досліджень, організатор миколаївських благодійних забігів. Доброго ранку. Добрий день. Дякую, що до нас завітали. Спасибо. Враховуючи те, що ви є організатором миколаївських благодійних забігів, мені здається, ви зранку бігаєте, чи це не так? Ні, не бігаю, з утра. Мабуть, просто залучаєте, так? Ну і з утра, не обов'язково з утра бігати, важливо отримати від цього удовольствие. Сьогодні ми будемо говорити на таку серйозну тему, як алкогольна залежність. Взагалі, да. Піднімаємо ми її не просто так, тому що попереду свята і знаємо, що є багато мешканців планети, не будемо акцентувати лише на собі, так, в яких є така проблема. Взагалі, давайте окреслимо, взагалі, що це таке. Ну, не кожен же, хто вживає, є алкогольна залежність. Ми повинні розділити людей на дві категорії. Перша категорія людей – це люди, маючи медицинську проблему. Тобто проблему, яка називається алкогольна залежність. І вторі – люди, які просто употребляють алкоголь. В чому різниця між ними? Діло в тому, що люди, які мають алкогольную зависимость как заболевание, имеют наследственное заболевание, имеют фермент, неправильно расщепляющий алкоголь, и поэтому для этих людей употребление алкоголя в принципе невозможно в обычном понимании. Что это значит? Такие люди могут долго не пить, но чуть-чуть выпьют и не могут остановиться. Это связано не с характером, не с какими-то ситуациями, это связано прежде всего с физиологией. То есть у нас навіть не від самої людини залежить, так? Да, это связано с тем, что у этого человека кто-то из мамы или отец принимали алкоголь, и вот вся физиология работает так, что небольшая доза алкоголя срывает их в запой. Эти запои могут быть однодневными, а могут быть и двухнедельными, и трехнедельными, все зависит от того, на какой стадии заболевания. Поэтому мы должны сразу очертить вот этот круг потенциальных людей, которым вообще пить нельзя, и разделить это обычным с бытовым пьянством. Поэтому для этих разных людей разные совершенно рекомендации о принятии алкоголя. Ви зачепили тему, що це є спадково. Да. Але ось, наприклад, ну, на своєму прикладу. От я знаю, що у мене в прадідуся була проблема, так, у батька мого є проблема. А от я, наприклад, настільки боюсь, що я взагалі не вживаю. Це, у вас все брат ж таки есть? Немає. Вам повезло. Якщо б у вас був брат, то, скорее всего, он бы и страдал бы алкогольной зависимостью. Дело в том, я попробую объяснить, вот для чего люди пьют вообще, в принципе. Люди пьют не потому, что им нравится вкус водки. Они пьют потому, чтобы получить состояние. Это состояние получается от двух гормонов. От дофамина и серотонина, которые у нас вырабатываются ну, практически всегда, когда мы получаем удовольствие. Неважно, что мы делаем. Бегаем или там, целуемся, или там, смотрим телевизор, хорошую передачу. У нас выделяется дофамин и серотонин, который дает нам вот это ощущение счастья. Вот у этих людей, у которых низкий уровень дофамина и серотонина, и есть наследственная предрасположенность к употреблению алкоголя, вот эти два фермента, алкоголь дегидрогеназа и ацетат дегидрогеназа, работают так, что от алкоголя у них появляется высокая доза вот этих гормонов. И поэтому они пьют не для того, чтобы просто пить, а для того, чтобы получить вот это удовольствие в жизни. Поэтому таким людям, ну, по большому счету, первая рекомендация – это начать получать удовольствие от обычных, мелких, ну, каких-то жизненных вещей. От общения с детьми, от того, что они делают какую-то любимую работу, еще чего-нибудь. То есть, если человек находит в себя много мелких удовольствий в жизни, то ему легче справиться с наследственной предрасположенностью. А ваш пример только подчеркивает правило, потому что вы, как девочка, скорее всего, можете в себе выбрать человека, похожего на вашего папу. Это ваша зона комфорта. И поэтому, когда вы были маленькой, вы знали, как подойти к папе. Вы знали, что сделать, когда он выпивший. Вы знали, как себя вести. И все равно, что вы любите папу. По-любому вы его любите. Но эта любовь связана с вот этим детским комфортом, когда вы знаете, что делать. И когда вы решите выбрать своего спутника, то неосознанно вы будете тянуться в зону комфорта. И, скорее всего, может прийти такой момент, когда с человеком, который похожим на папу, вам будет максимально комфортно. И сколько вы это головой не понимали, чувства могут сработать. И поэтому идеальный вариант – это все-таки работать со своей головой, анализировать и делать какие-то выводы. И, ну, во всяком случае, прислушиваться к своим чувствам.
і аналізувати їх. Скажіть, будь ласка, а ось цей от алкогольну залежність, це цей стан, ну, взагалі цю хворобу, чи як можна назвати її, це повинен визначати лікар, чи можна і в домашніх умовах? Можна і в, можна що видіти, в домашніх условиях це можна видіти. Якщо є так називаємо, ну от як... Для настрою, кажуть, да, випити потрібно, ну, для апетиту. Ну, для всього, розумієте, у нас же є така традиція, що треба випити в будь-якій ситуації, независимо ні від чого. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, но прежде всего, вот как вот, вот мы, многие люди же выпивают для чего? Для того, чтобы повысить настроение. То есть, если вы приходите в компанию, и вы чувствуете, что вам недостаточно весело, вы выпиваете, получаете этот уровень дофамина и серотонина, и вроде похоже на других, и вроде вам и хорошо, и небо голубее, и елочка зеленее. Понимаете? Поэтому, если мы... выпиваем именно для настроения, то это первый признак психологической зависимости. Но как отличить болезнь от обычного принятия алкоголя, от обычного бытового такого употребления? Если есть синдром отмены, это первый признак о том, что это заболевание. Что такое синдром отмены? Вот когда человек бросает пить, ему надо похмелиться, чтобы ему стало легче. Вот если это есть, то это первый признак о том, что есть наследственная предрасположенность, и уже надо... Ну, фактически необходимо посмотреть на это как на медицинскую проблему, чем на как бытовую. Угу. Зрозуміло. Як же все-таки жити з цією людиною? Как жить с человеком, который пьет? Так, не надо жить с таким человеком. Ну, то есть, а нет. Если кохание там все и так. Ну, понимаете, что, ну, что такое любовь? Кожен же намагається, от я зможу його переконати, я зможу його вилікувати, я зможу його спонукати, это, так и так далее. Это глубокая ошибка вот этих детских переживаний, которые у нас есть. Это комфортное состояние для этой девочки, которая вышла замуж за человека, который пьет. Но мы никого переделать не можем. Мы не можем никого заставить меняться. Поэтому вот что такое любовь? Любовь – это пережитие вот этих детских переживаний, которые у нас были в детстве. Если в детстве мы под любовью понимали вот эти страдания, если в детстве мы все равно любим родителей, просто любим, потому что они есть. Но если в детстве мы к этим, ну, вот этим отношениям, невротическим отношениям, добавляем еще свои внутренние ощущения, то когда мы вырастаем, мы тянемся к этим детским ощущениям. И это называется любовь. Любовь – это пережитие детских переживаний. Если в детстве ребенка целовать в чубчик, если он любимый, он не будет терпеть никаких, ну, таких, знаете, жертв, приносять себя в жертву. Жизнь нам не дана для того, чтобы... там страдать. Жизнь дана для того, чтобы получать удовольствие каждый день. Каждый день. И поэтому, когда... Ну, я думаю, что если человек сам себя уважает и несколько раз предложил своему партнеру прекратить пить, потому что это обижает его, потому что он не хочет так жить, то не надо менять, надо просто менять свою жизнь. Мы должны понять, что на жизнь человека, который пьет, мы повлиять не можем. Это заболевание. Если он сам не хочет, ничего не сделает. И поэтому надо повлиять на свою жизнь, мы можем. Поэтому надо заняться собой. Якщо своей хоче, головой. А не може відмовитись, так? Якщо от, такий душа компанії і так далі. Мало от хочет. Він уже розуміє, що все, йому вже не можна. Тим паче зараз свята. Заходиш до когось і одразу. Ой, давай там, то, та що там, трішечки того вина випий, нічого страшного не буде. Як відмовитися? Якщо чоловіка нет алкогольної проблеми, как заболевание, не вопрос, можно чуть-чуть выпить, это ж не проблема. Но если у него есть заболевание, которое носит название алкогольная зависимость, вот это чуть-чуть выпить сорвет его в запой. И он это должен понять. Если он это понимает, и на чаше весов он знает, что чуть выпил и запой, а с другой стороны жена, дети, нормальная жизнь, и на чаше весов он выбирает все-таки запой, ну, тогда женщина, которая с ним живет, дети, которые, ну, понятно, потребуем они должны, удивиться, они да, должны посмотреть, высновки. Конечно, мы никак не можем изменить, поэтому, а с другой стороны, мы всегда должны понять, зачем же мы пьем, даже для людей, которые просто выпивают, не имеют алкогольной зависимости, надо подумать, зачем, смысл какой в этом, если смысл поднятия настроения, ну, и так можно повеселиться, просто вот от этой традиции. Ну вот можно так сказать, наш обычная среднеукраинская печень расщепляет 20 грамм чистого алкоголя в час. Что это значит 20 грамм чистого алкоголя в час? Значит, каждую годину можно 20 грамм пить. И тогда опьянение не наступает.
Тогда... Мы не агитуем. Нет, я говорю о том, что, ну, кто ж у нас так пьет? У нас же пьют только для того, чтобы, вот, между первой и второй перерывчик небольшой, мы знаем эти присказки, и пьют чаще, и делают меньше промежутки только для одной цели, чтобы вот получить это состояние, чтобы получить вот этот уровень дофамина, серотонина на более высоком уровне, и для того, чтобы праздник состоялся. Ну, вот в детстве мы должны научить детей вот именно получать удовольствие от обычных вещей. А наша, ну вот наши традиции обычно делают с точностью да наоборот. Наши дети не могут быть похожи на соседа или еще на кого-то. Они будут все равно же похожи на нас. Вот недавно мне мой... И сколько мы не говорили ребенку не пей, не делай так, делай так или еще что-то, это не работает. Поэтому банальный такой эксперимент. Недавно ребенок мне рассказал о психологическом эксперименте, когда просят, я попрошу и вас сейчас проделать, просят подставить большой палец. Подставьте, пожалуйста. Вот видите, я говорю вам подставить большой палец, а вы ставите указательный. Поэтому так. Дети обычно, ну мы взрослые люди, дети не слышат, что мы говорим, они повторяют наши действия. Разумею. И поэтому, поэтому совершенно безразлично, что мы им говорим. А я разумею, что кажется великий, а все одно. Конечно, это такое вот еще 200 лет назад Фром описал такой, статья у него есть. Автоматизированный конформизм, і тому ми, діти, все повторяють, що ми робимо. Значить, дякую, що ви до нас завітали, розповіли цікаву та корисну інформацію. Сподіваюся, глядачі обов'язково до неї прислухаються. І будуть шукати задоволення в інших речах. Да? Більше цілуйтеся. Правильно. Також гормони випромінюються. Так? Конечно.